независимо от того, домашнее у вас животное совсем или все-таки выходит на улицу, ему нужна постоянная профилактика от внутренних паразитов, гельминтов и от внешних эктопаразитов, к которым относят блох, клещей, волосоедов. И те, и другие могут доставить массу серьезных проблем здоровью питомца. От гельминтов ветеринары рекомендуют проводить обработку раз в 3 месяца, от внешних вредителей чуть чаще. От эктопаразитов весенний, осенний, летний период, то есть весна, лето, осень, необходимо обрабатывать от эктопаразитов. Если капельки на холку, то раз в месяц. Если таблетки жевательные, то там бывают производители, которые гарантируют защиту до 12 недель. То есть один раз сели и через 12 недель повторили. Жителям первых 3 этажей в многоквартирном доме рекомендуют обрабатывать животное от эктопаразитов круглогодично, поскольку вероятность занесения блох высока. Дополнительно можно обработать специальными репеллентами квартиру, промазать щели полов, дверей, чтобы снизить попадание вредителей в помещение. Если заметили блоху на своем животном, то лучше обрабатываться и от эктопаразитов сразу же, и от эндопаразитов. А все потому, что те же самые блохи являются переносчиками и эндопаразитов, поэтому нужна одновременная обработка и от тех, и от других. Кстати, в качестве отпугивателей блох можно использовать специальные ошейники, только правильно их совмещайте со средствами от гельминтов. Применение таблеток жевательных, которые защищают от эктопаразитов, их можно совмещать с обработками наружными, то есть с капельками на холку, либо с ошейниками. А ошейники с капельками совмещать не рекомендуется, то есть либо ошейник, либо капельки на холку. Увидеть в густой шерсти блох достаточно сложно, они не живут на питомцах, а только приходят питаться. Имейте в виду, одна блоха на животном – это как минимум 20 в обычной среде.